Молодцы, что поддерживают. Спасибо. Вот. У нас сейчас правда это преступление, можно так выразиться. А кто-то, если делает во благо людей и во благо страны нашей, как Сергей Иванович, тут таких людей вообще или убирают, убивают, или сажают. Вот такую систему, собственно, организовали наши, я так думаю, власти. И по всей стране такое творится. И не только в судах беспредел. Беспредел везде по нашей стране и в каждом регионе, в каждой сфере это творится. Так что я не знаю, как наши дети будут жить, особенно внуки, потому что чиновникам это совершенно не нужно. Они в свое благо живут. Страну сделали уже как бы сырьевой придаток, как вы правильно сказали. А люди тоже, собственно, рабы, лишь бы платили налоги. Вот единственное. Так что мы выходим уже 2 года за Сергея Ивановича, боремся тоже за эту справедливость. Что из этого получится, даже не знаю. Мне кажется, это вообще безысходное положение у наших всех вот этих фигурантов и Сергея Ивановича. Мы будем надеяться и ждать, и верить, и выходить до самого последнего. Так что будем выходить.